Вот мы пришли в торговый центр. Здесь все, чего только нету. Мега называется. Мега Силквей. Мега Силквей. Вот идем сюда, Тимофей. Вот мы добрались до него. Уже поближе. Сейчас будем снимать, что тут происходит. Вот такая крыша причудливая. И вообще тут все здания такой формы необычные. Все причудливые. Вот Мега Силквей. Не врежься. Ой, тут прохладно, хорошо. Тут какая-то сцена. Может, вечером что-то происходит. Наступает кто-то. Что это такое? Мы, короче, опять развлекаемся. Тимоха тут на мотоцикле. Пип-пип. Тимофей, тут у нас... Ай, Тимоша, не врезайся! Давай, учись, учись водить! Молодец! Какой молодец! Прямо проедь ровно! На батуты делают они разминку, интересно так. Сначала разминка, потом прыжки. Мокрый весь Тимофей. Давай, как? Тимошка, как дела? Чё ты тут таскаешь за штуку? Прыгай, прыгай. Развлекайся.
хочешь? Вот, что это? Татуировку хочешь, здрасте. Выбирай картинку, Тимофей. Окей, я выбираю картинку. Выбирай, выбирай. Только вот без черепов, пожалуйста, ладно? Тимоше Happy Meal. Давай покажешь, что тебе попалось там. Давай, на подносике. Так, сок. Ставь сок. Три. Что там еще? Гамбургер. И игрушка. Покажи, что за игрушка. Это босс-молокосос. Босс-молокосос. Давайте я открою. Давай. Как мне открыть? Что, сам не сможешь? Давай я. Это открытие. Открытие? Открытие века. Тут какие-то карточки, что ли. Какие-то карты. Ты только не раскидай их тут все, ладно? Лучше мы дома поиграем. Вот посмотреть просто, что это, и все. Тут одежда. Там, смотри, прям в здании, видишь? Вон пацаны там лазят, пойдем. Красота еще, подсветка. Велосипедист! Да? Да. Пойдем. Вон рыбки какие. Такой интересный аквариум. Там рыбы желтые разные. Но... Тимофей тут решил в VR поиграть. Ты готов, красавчик? Да. Вот сюда смотри. Меня вот. Во, вот сюда смотри. Готов? Да. Не слышно? Да. Хорошо. Сейчас начинаем.
Все, не начал, вот, да? Пригибается. Все, сработало. По сторонам смотри, по сторонам. Главное осторожно, по сторонам смотри. Да, по сторонам смотри. Короче, VR здесь. Мы отсюда не уйдем, наверное. Потому что ты уже так долго был, парень, с ума сойдешь. Мам, тебя колбасит? Нет. Я да. Тимоха побежал. Решили здесь походить, полазить. Тут вечером, наверное, красиво включат вот эти огоньки. Он с детьми все бегает. We'll be right back.